Когда зазвучал аккомпанемент, у меня такое чувство, что я в театре оказалась. И аккомпанемент пригласил к встрече с песней. И в душе возникли образы из видеофильма «Образ Шира». Вот эти прекрасные виды озера, гладь, синева, бирюза, вот все, что очень красивое, что нам показывает этот видеофильм. Строчки песни, которые появляются как волны. И произошла новая встреча с песней «Образ Шира». Вот с этой удивительной красотой, с тонкостью, с искрами росы, с травами, со всем, что дарит эта песня. И когда мы слушали еще раз аккомпанемент, я читала текст песни и встречалась с каждым словом, с каждым, не знаю, уголком, что ли, этого озера. И сердце наполнилось такой чистотой, такой красотой чувств, которые дарит эта песня. И я внутренне ее прям подпевала. У меня даже такое чувство, что внутри звучал голос поэта, который поет эту песню. Я ее люблю слушать. Такой волшебный друг аккомпанемента, который приглашает на встречу. И прям хочется поучиться ее исполнять, читать вместе с аккомпанементом, подпевать, чтобы эти чувства, которые рождаются в сердце, можно было поучиться проявлять. Мне тоже очень хочется с вами поделиться своими впечатлениями. Такое чувство, что я побывала в таком увлекательнейшем путешествии. Именно встреча с образом Шира. Благодаря музыке чувствуется волшебство его вод. А благодаря аккомпанементу «Месяц открыт», когда читаешь строки песни, ощущаешь полноводность самого озера, его мудрость жизни, глубина чувств и забота, такое бескорыстное отношение и, конечно, радость встречи с ним. Музыка очень наполнила так, подарила такое дружеское очень чувство. И действительно, музыка познакомила своей такой мелодичностью, тонкостью именно с озером, как с другом. Вот, и очень такое теплое ощущение после песни, как будто бы ты побывал в каком-то дружеском месте, пообщался с хорошим другом. Вот, и слова песни очень помогают именно ощутить эту атмосферу, именно заглянуть туда в гости. Ощутить волшебство сказочных вод. Да. То, что мы слушали вместе, такое чувство, что мы как в этом кругу побывали, дружеском.